Всем привет! Сегодня мы проведем испытание буксировщика с карбюратором К68, установленным на двигателе Zonction мощностью 15 лошадиных сил. Видео процесса установки есть на моем канале. Также ссылочку я оставлю в описании. К сожалению, провести испытание в день установки карбюратора мне не удалось. Испортилась погода, пошел дождик. Поэтому мной было принято решение перенести испытание на более благоприятное время. Сегодня прекрасная погода. В наш регион на несколько дней вернулась зима, несмотря на то, что на календаре уже середина весны. Давайте не будем терять время и проведем испытание. Всем приятного просмотра. Давайте для начала запустим двигатель. Напомню, что в карбюраторе я не менял вообще никакие жиклеры. Положение иглы в дроссельной заслонке соответствует среднему. Итак, давайте попробуем запустить. Поднимаю обогатитель в верхнее положение. И... Как видно, двигатель запустился с первого раза. Сейчас он погреется, и мы поедем в поле. Я выехал в поле, двигатель не набирает максимальные обороты, по всем ощущениям просто ему не хватает топлива. Сейчас попробую поднять иглу на одно деление выше и посмотрим, что будет. Не хватало топлива, и после того, как я поднял
иглу на одно деление вверх, двигатель стал набирать максимальные обороты. И по всем ощущениям стал работать более правильно. Исчез вот тот небольшой провальчик, который наблюдался до этого. В общем, проблема была именно в недостатке топлива. Итак, сейчас игла находится на предпоследнем положении. То есть есть возможность еще поднять ее. Но я этого делать не буду, по той причине, что меня устраивает, как работает двигатель сейчас. Так, сейчас мы проведем тест скорости максимальной и посмотрим, стал ли ехать быстрее буксировщик с карбюратором К-68. Поехали! Как видно на видео, максимальная скорость составила 40 км в час. Тест проводился на звездах 11 и 32 зуба соответственно. Таким образом, максимальная скорость по сравнению со штатным карбюратором у нас не выросла. Но, подводя предварительные итоги, хочу сказать, что карбюратор К-68 мне нравится больше. По той причине, что на нем двигатель работает более правильно, исчез провал, буксировщик стал более приемистым. Конечно, еще стоит установить, как двигатель будет запускаться при отрицательных температурах и какой будет расход топлива. Но пока никаких замечаний по этому карбюратору у меня нет. Продолжу тестировать я его уже следующей зимой. Ну а пока, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!